Полувековой юбилей празднует и третья Самарская гимназия. Французская школа, свободно говорить на языке дюма, а также английском, итальянском и латыни, гимназистов учит по международным стандартам. Секреты подготовки будущих граждан мира узнавали наши корреспонденты. Так в третьей гимназии встречают уже полвека. С 1954 года на протяжении многих лет школа была единственной в Самаре, где часть предметов вели на французском языке. Сейчас читать Бодлера и Дюма в оригинале может каждый выпускник, многие еще на итальянском и латыни. Добавилась и техническая специализация. Углубленно изучают физику, информатику и математику. Мы расширились. У нас теперь 3 корпуса. Гимназия увеличила численный состав более чем вдвое. Мы обучаем детей иностранных граждан, тех граждан, которые вкладывают инвестиции в наш регион. Лучшим педагогам вручают благодарность от губернатора. Многие из них здесь со дня основания и сами разрабатывали первые школьные программы. В середине прошлого века учебников иностранных языков еще не было. К юбилею ученики выпустили вот такой алфавит своей гимназии. Например, на букву В здесь выпускники, их более 2000 за 50 лет. На букву Д – достижения, лучшей школы России, лучшая школа городского округа Самара. А вот на букву М – все с эпитетом международный, стандарты образования и даже бакалавриат для детей. На базе гимназии действует международная школа. Для гимназистов – возможность языковой практики за рубежом и культурного обмена. Я летом путешествовала во Францию и училась там в школе. Я познакомилась со множеством людей и очень жизненный опыт приобрела. А еще своя команда КВН, сразу несколько фестивалей и спортивные победы. Здесь выпускают учеников с интернациональным мышлением, которые могут найти себя в любой точке мира. Ася Кандаурова, Михаил Смирнов. Новости губернии.